Останки последнего 46-го шахтера извлекли из шахты имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава МЧС. Сырым Шерипханов уточнил, что пока удалось установить личности 40 погибших. 6 человек еще не опознаны. Проводятся соответствующие экспертизы. Полный список имен жертв трагедии на шахте обещают опубликовать до конца недели. Также министр напомнил, что в момент аварии в смене находилось 252 шахтера. 5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горно-спасателей, а 201 поднялся самостоятельно. В целом, поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок и значительными разрушениями. Спасателям было сложно разгребать завалы и в таких условиях находить тела погибших. В рамках расследования причин аварии мною с членами правительственной комиссии осуществлен спуск в шахту. В данный момент образованы и работают еще 7 подкомиссий. Также к расследованию привлечены экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 части 3 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».